Всем привет, с вами Алекс и сайт rimpc.by. В этом видео хотелось бы рассмотреть кое-какие новостейки по Сибири 3, которая вот только что вышла 20 апреля, 4 дня назад. Но уже, кстати, сегодня появилась инфа, что игра взломана. Напомню, в игре-то содержится в Сибири 3 Денуву. Как так? От CPI не поступало никаких новостей по Сибири 3, но на Reddit проступила инфа, вообще как-то вот просочилось, что взломана. Давайте разбираться, что по чем, потому что взломал якобы кто-то неизвестный для широкого круга, так сказать. Но, правда, пока с проблемками, там геймпад что-то плохо работает, но фактически уже скоро появятся первые версии репаков. Но вообще, давайте разбираться. Не успела себе перевыйти, как ее защита уже пала, и в этот раз отличились не CPI, а никому неизвестный SRADG. Но не стоит радоваться раньше времени, что третья версия Denuvo полностью пала. Все гораздо проще. Кривые руки разработчики не смогли нормально прикрутить защиту к файлам игры. Повторяется история с Yesterday Origins, которая была взломана в день релиза от этого же издателя. Да, Yesterday Origins, более того, там, насколько я помню, вообще забыли ее туда как-то включить, Denuvo. Насколько я помню. Да, и она была почти сразу же взломана. Но с Сибирью тоже какие-то проблемы оказались с Denuvo, как-то она неправильно была прикручена, и, соответственно, нашли эти лазейки и уже фактически ее взломали. И причем не CPI. Что интересно, но здесь это единичный случай, не будем так уже, знаете, размышлять о том, что еще кто-то помимо CPI будет взломать Denuvo. Нет, здесь говорится о том, что якобы кривовато была прикручена защита. Поэтому сейчас уже ожидаются фактически там первые версии, так сказать, репаков. Но опять же, я не то чтобы это супер поддерживаю, это просто инфа. Она в любом случае разойдется, я просто сообщаю. Те, кто хотят, те, кто фанаты, в любом случае купят. Те, у кого нету возможности, в любом случае не купят. То есть не нужно здесь ругаться, во-во, побойся и ты хотя бы. Сибирь — отличная серия, и тут, блин, взломали. Ну, тут бывает, ничего не поделать. То есть это не от меня зависит, инфа все равно разойдется. Но ладно, взломали так взломали, в общем, посмотрим, что да как будет. Тут уж сами решайте, покупать или нет. Но что еще интересно, Сибирь-то вышла, но, блин, казалось бы, давайте смотреть на отзывы. Первые две части были шедевральными, серия заложила просто основы крутейших, ну, жанра квестов, замечательных, глубоких, интересных. Но что сейчас, давайте смотреть обзоры пользователей в Стиме. Смешанные, только 50% положительные, а на самом деле, я скажу даже больше, это провал. А все потому, что я почитал отзывы, говорят, оптимизон просто край, просто крайнейший край. Оптимизон, FPS, там, всевозможные баги, упрощенные головоломки, какая-то беготня не нужна, какая-то подгрузка локаций, то есть я прочитал очень-очень-очень много отрицательных отзывов. Жалко, конечно, за игру. Надеюсь, что патчами, возможно, что-то подправят, доделают. То есть, возможно, проблема в том была, что перешли на этот движок такой достаточно, ну, или улучшенный графический. Но зачем тогда он нужен, если там такие проблемы с оптимизацией? Зачем? Смысл? То есть, конечно же, очень неприятно, что с Сибирью 2. Но пока очень мало положительных. То есть, многие ругаются на оптимизон. Такие вот дела по Сибири. Только что вот релизнулось, и мало то, что взломали, так еще и сама по себе игра получилась не очень. Но опять же, это не вердикт. Возможно, подправят, доделают, допилят. Хотя, говорят, головоломки не очень, да и сюжет поверхностный, блин. Это, в общем-то, уже не подправишь. Но да ладно, посмотрим. Возможно, еще что-то подправят, доделают. То есть это просто такая первая инфа. Ну и плюс уже появится, скорее всего, сами знаете, на каких сайтах, в бесплатном доступе. Все, в общем-то, вроде бы это вся инфа, которую я хотел рассказать по Сибири 3 сейчас, вот на данный момент, спустя 4 дня релиза. Все, в общем-то, не забывайте смотреть на ссылки в описании, в том числе вступайте в группу ВК. Я не поддерживаю пиратство, но и в то же время хочу, чтобы вы вообще забыли о таком слове «пиратство», которое форсится издателями и всеми заинтересованными людьми уже неизвестно сколько. Хотя на самом деле такого понятия, как пиратство, быть не должно. Все, что попадает в интернет, это уже всеобщее. А если проект качественный, то его купят, и он окупится. То есть такая моя позиция. Все, в общем-то, я все лишь предоставляю информацию, а вы сами уже решаете, покупать вам или нет. Все, в общем-то, с вами был Алекс и сайт rimpc.by. Спасибо за просмотр.